Утром 27 мая 2017 года на открытом участке местности в одном из населенных пунктов Моршанского района обнаружен тело 43-летнего мужчины с явным признаком насильственной смерти. По данному факту Моршанским межследственным отделом незамедлительно возбуждено уголовное дело. В кратчайшие сроки по подозрению в совершении указанного преступления задержан 20-летний молодой человек. По версии следствия, ночью 27 мая 2017 года подозреваемый подошел к дому, где проживал потерпевший, который, как стало ему известно, нашел ранее потерянный мобильный телефон и цепочку. Разбив стекло в оконной раме, он проник внутрь дома, вывел на улицу потерпевшего и потребовал вернуть ему серебряную цепочку. Мужчина стал агрессивно высказываться в его адрес, в ответ на это подозреваемый подверг его избиению, нанеся множественные удары по различным частям тела. После того, как потерпевший перестал подавать признаки жизни, злоумышленник скрылся. В настоящее время подозреваемый находится под стражей, проводятся следственные действия и иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Потерпевший семьи не имел, родственников не было, официальной работы не имел, как установлено в ходе следствия, ранее судимый, отбывал наказание за совершение особо тяжкого преступления, злоупотреблял спиртными напитками и вел аморальный образ жизни. Подозреваемый, напротив же, 20-летний молодой человек, ранее не привлекался, учился в одном из учебных заведений города Моршанска, по месту жительства характеризуется положительно.